Всем привет! Сегодня хочу показать интересный способ посадки огурцов. То есть даже не посадки, а получения ранних урожаев. Я хочу вам показать, как я, будем говорить, пользуюсь хитростью, чтобы получать ранние огурчики. Опять большущее спасибо интернету за подсказку. То есть что я делаю? Я беру горшочки, делаю в них вон максимально много прорезей. Сейчас их плохо видно, ну, видно полосы вертикальные, потому что они под пленкой, под скотчем. Не под пленкой, а под скотчем. Но это только чисто для того, чтобы насыпать землю, чтобы она не высыпалась. И сейчас я покажу, как я их сажу. Так, ну а по подготовке. Что здесь было сделано? То есть посажено было в горшок. Горшок простой, предварительно купленный для рассады. Дырочек в нем не было. Вот теперь мы берем и снимаем скотч. Вот, видите, скотч отходит. И что у нас появляется? Появляется у нас отверстий много. Для чего? Сейчас, когда я его вкопаю в землю, через эти отверстия корни почуют новую пищу и попрут в землю. Никакой травмы. Вы знаете, что это не томаты. Они хуже переносят пересадки. Огурцы, чем томаты. Поэтому это идеальный способ получить ранние урожаи огурцов с минимальными затратами. Сейчас я... Все. То есть вот у нас полностью открылись каналы. Вот они. Сквозь эти отверстия будут у нас корни лезть вот наружу. Так. И на место его. Готовим ему местечко. Примеряем. Засаживать глубоко его нельзя, вы знаете. Там... Что делаем дальше? Берем наш, будем говорить, доморощенный биогумус от моих червячков в подарок. Господи, какое счастье! Можно не считать, сколько этого биогумуса сыпать. Все, теперь берем биогумус и, так как его свой, и прямо где корни выходят, не жалея, и сверху маленько. Вот преимущество своей вермифермы. И все. И можно засыпать. Вот так вот, ребятки. Приготовил перчатки, но я как-то не любитель. Не знаю, мне проще помыть руки пойти, чем... Вот так вот, дорогие мои. Сейчас мы это все... Вот такое вот чудо. Сейчас подвешу я его, покажу вам. Покажу, как это все. Вот таким образом это все уплотняем, естественно. Чтобы он не в воздух лезли корешки. Червячок. Ах ты мой сладкий. Ну беги, мой хороший. Вот он, местный абориген. Так, ребята. Еще маленький. Вот так вот, вот так вот. Просто чудо. Видите, то есть корневой, никакой нагрузки. Сейчас они дальше просто пойдут. Все, сейчас линзу сделаю, чтобы пролить хорошенько. Линзу обязательно, как и говорил, без линзы. Вот, делается линза. И сейчас останется только в это место пролить. Хорошенько, ведра полтора, два. И все. Ну,
пойду помою руки, сделаю подвязку и потом снова наберу. Осталось полить. Вот линза для чего нужна. Всем линза хороша, что все, вода никуда не уходит. Элементарно формируется, но эффект капитальный. Хотя, говорю, здесь не так важно. Здесь корень нетронутый. Для чего мы поливаем? Чтобы убрать пузырьки воздуха, уплотнить грунт около корней. А здесь практически не тронут. Ну, давайте, уважаемые, займемся вторым. То же самое. Ищем. Концы искать не надо. Я на следующий год просто сделаю пленку. А сверху скотчем, чтобы так вот тут не мучиться. Скотч очень хороший. Видите, как мелко. Но я первый раз делаю, поэтому уж сильно-то не ругайте. Не криворукий вроде бы. Сейчас. Куда тут спешить? Спешить некуда. Дело сделано, дорогие мои. Дело сделано великое. Кто поленился так вот сделать, еще ждать и ждать огурцов, вы же понимаете, что они сами, как говорится, на стол не лягут. Так, не в ту сторону, наверное, пошел. Ладно, пойдемте сюда. Солнце еще так падает. Так, ребятки мои, надо же огурчики обойти, вы видите. Вот так вот. Вон уже корень наружу лезут. Видите корешки? Вон они лезут наружу. Вот корешки уже наружу лезут уже. Просятся на улицу. Ну вот самое время. Давайте. Что мы с вами сейчас и сделаем. Ой, мои маленькие. Вон им питания хватало, но уже занят весь. Вот и вся история. В принципе-то какая разница. Не так уж и долго, ребят. Все. Вон он маленький. Весь прямо уже ищет, куда бы еще ему расшириться ему. Хорошо. Отодвигаем в сторонку его. И начинаем работать. Начинаем работать по производству лунки. Все, здесь бегумусу еще подсыпем свое, уплотним его. Видите, как хорошо. Так. Вот он сейчас и попрет у нас. Это уплотняем вокруг обязательно. Сейчас. Так. Ну, как я говорил, теперь делаем линзу. Формируем линзу. И идем за водой. Вот сейчас сюда ведерко воды нальем. Можно убрать. Так что видите уже, какая прелесть, а? Вот чем биогумус хорош. Это не земля. Смотрите, ну то есть, если так вот показать. Вот я руку сунул, вытащил, рука сухая. Вот я ведро прямо опускаю в биогумус, да? Вот землю коснулся, вон руки грязные. А биогумус, он не дает такой. Не дает грязи. Так вот он и определяется еще. Ну вот, дорогие мои. Давайте еще посыпем биогумусом, чтобы при поливе он растворился и дал туда, и маленько даже сюда под корень. Ну все. Пошел за водичкой. Представляете, то есть не ждать. Сейчас май. Май. А у нас уже... Вон какие огурчики уже. И, кстати говоря, сорт интересный. Я сейчас не могу вспомнить, какой он. Нету мужских цветков, одни женские. Что? Ну, это один сорт.
солнышко. Ну, все, сейчас полью. Спасибо, что смотрели. Всего доброго.